Всех приветствую на финале игры. С вами Ниагара. Начинаем последнюю, 20-ю миссию. Под названием конец. Ну, могли бы перевести как финал. Что произошло? Лимба столкнулся с реальным миром. То, что когда-то было скрыто, теперь у всех на виду. В воздухе летает дух революции. Никогда не думала, что доживу до этого дня. Это начало конца для демонов. Человечество свободно. Да. Свободно от демонов. Теперь мы можем править. Вергилий. Что ты только что сказал? Теперь мы можем править. Править чем? Вот этим. Всем. Вергилий. В смысле, как Мундус? Нет. Нет. Нет, не как Мундус. Мы будем уважать наших подданных, а не порабощать их. Подданных? Он про тебя. Он про людей. Я думала, мы сражаемся за свободу. За его свободу мы сражались. Не за вашу. Не упрощай ты так все. Люди беспомощны. Они как дети. Им нужна защита. Не только от других, но и от них самих. Мы, ты и я спасли их. Ты и я спасли их? А кто же еще? Человек. Кэт была полезна, но... Полезна? Кэт спасла мне жизнь. Кэт выдержала пытки, чтобы скрыть твое существование. Кэт провела нас в убежище Мундуса. Да мы бы уже раз 20 облажались, если бы не она. Послушай, если ты не видишь хаос, что создают люди, если ты не хочешь взять на себя ответственность за их защиту, то уйди в сторону. Я буду править один. Я уничтожил Мундуса не для того, чтобы ты занял его место. Я не позволю тебе это, Вергилий. А я не позволю тебе остановить меня, брат. Уйди в сторону. Не делай этого. Вергилий, прошу. Не вмешивайся. Не ожидала я от Вергилия, что он пойдет против брата, лишь бы занять это место. А сейчас будет знатный махач. Он тоже не Филим. Наверное, будет даже покруче, чем с Мундусом. Но стоит, наверное, ожидать от него приемчиков таких же, как у меня. Еще видела, что он бросает типа кинжалов. Так, может, по-моему, телепортироваться, да? Что мы знаем о его системе боя? Сейчас посмотрим. Будем соображать на ходу. Мус. Я пока побегаю, посмотрю, что он будет делать. Так, ну так бесполезно, да? Ага, уворачивается. Что-то у меня получилось, кажется. А-а-а. Надо отражать. Блин, я все словила, да? Ха-ха, плохо. Ну как? Телепортируется, понятно. Так, еще вот так нападает. Если я так брошу, уходит. Ай-яу. О, попала, смотри-ка. Ха, я тебя подловила. Так, что-то он пробежался как-то. Я его не успеваю достать, он телепортируется. Давай. А, есть. Я поняла, отбивать в него его же кинжалы.
К сожалению, не всегда получается, но попробуем. Не нужно. Пардоньте. Так, подожди, ты что задумал? Ну-ка, отвали. Так, опять. Есть. Ай, тихо. Покуха. Попала, по-моему, да? Тоже попала. Ух ты, как здорово там. Половину, по-моему, снесли. А он мне только чуть-чуть отнял. Ау! Ты что творишь? Я его поймала. Вот после прыжка он какое-то время замирает, тоже можно атаковать. Еще не поздно. Так и есть. Не надо меня бесить. Держи. Ай, не туда бросай. Так, подожди-ка. Ау. Ну, нам на пару раз осталось. Если это, конечно, полное его здоровье. Так, не поняла. Двойник? Ты что, серьезно? Не надо. Есть. Так, ты, товарищ, что тоже опасен, да? А, не ожидал, что я сверху прыгну. Так, тихо. Ну, давай. Блин. А если я атаку сделаю? Тихо, восполним здоровье. Отходим. Нет, бросать надо было. Блин! Поймал меня. Ай, не отбить было, да? Ну давай еще чуть-чуть. Вот. Где-то. Какие-то молнии он еще спускает. О! Ой, тебе совсем чуть-чуть осталось. Давай, братец. Окончим с этим. Смотри, как что творит, а? Этот защищает его. Он хилится, по-моему. Да, он восстанавливает здоровье, офигеть, блин. Так и думал, что что-то тут нечисто, а? Так, эти продолжают меня атаковать-то в таком же стиле. Но я вот одного убью, например. Не дает. Ай-яй. Так, подожди. Малая звезда. Братец. Взял, похилился. Я тоже похилилась, знаешь ли.
Ай-яй. Ой, нашпиговал. Опять? Ну не, да вы чё? Да что с этим делать? Ой. Отвали. Блин. Как его замочить-то? Чтобы он не хирился. Да хватит! Так, он стал. Чё ты так нормально прохилился, слышь? Ау, подловил меня. Замутил-то. Офигенно. Опять. Вот когда он делает эту молнию, ну пошел, лучше близко не подходить. Ну давай. Какой приемчик. Да чтоб вас. Как так-то? Опять он! Надоел. Сейчас я вот так... А, вот оно что! Надо было войти в этот режим. Ну, кто бы мог подумать. То, что он, конечно, убил брата. Какой-то не очень финал. Данте! Данте, не убивай его! Прошу! Я умоляю тебя! Прошу, остановись! Ради меня. Сейчас вот цвет такой, как будто Данте тоже стал блондином. Мир отныне под моей защитой. Ты выбрал не ту сторону. Ты не человек, Данте. И никогда им не будешь. Кто я такой? Я точно знаю, кто ты. Ты Данте. Не больше и не меньше. А глазки красным загорелись.
Ну, это был эпичный такой финал. Неожиданно, что Вергилий захотел захватить власть. Тем не менее, мы справились. Арты нам показывают моменты, как создавались персонажи. Мне понравилось. Я знаю, что многие поклонникам, фанатам этой игры не нравится вот это переиздание, сама концепция игры, образ нового Данте, сюжет. А мне понравилось, потому что не играла в предыдущей части, у меня нет вот этого навязанного как бы стереотипа, и для меня это как совершенно новая игра. Поэтому вполне такая экшеновая. Достаточно хороший сюжет, голливудский действительно, как фильм смотрится, в котором ты еще немного принимаешь участие. Спасибо вам большое за просмотр, будет еще четвертая часть на канале, потому что она у меня куплена, совершенно точно она будет. Возможно, будет третья, посмотрим по ситуации. Так что оставайтесь на канале, встретимся в следующих частях, да и в других прохождениях. Спасибо вам за просмотр. С вами была Ниагара. Всем пока.